Здравствуйте. Хочу рассказать вам об спа-отеле «Валентина», где также гостиница, сауна, бассейн, кафе-бар. И все это находится в Ефремове. Спа-отель «Валентина» расположен в центре города Ефремова. Железнодорожный вокзал и автовокзал находятся в шаговой доступности. Вокруг множество торговых и развлекательных центров. Городской сквер, дом-музей и Обунина. Номер категории «люкс» и «полулюкс» оснащены кабельным телевидением, Wi-Fi. Стоянка по периметру здания с видеонаблюдением и охраной. Вода из артезианской скважины, автономная котельная. Подробнее об этой организации вы можете узнать у нас на сайте, который вы сейчас видите у себя на экранах, где можно подробно все узнать, увидеть, а также на многих социальных площадках, которые вы также здесь же и можете найти. Это ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Мой Мир, Инстаграм-канал, Телеграм-канал, Живой журнал, Фарксквер, Тамплер, WhatsApp. Авито и Яндекс услуги еще также. Помимо этого, вы можете найти их на Яндекс и Google картах, где вы все можете подробно увидеть, узнать, приблизить. А, да, и у них также есть собственный сайт, где вы можете все увидеть подробно. Вот номера, кафе-бар, сауна, бассейн. Все это можно подробно увидеть, посмотреть, фотки, контактные данные тут. Вот категорически рекомендую ознакомиться.